Всем привет, с вами я, Александр Сучков, и сегодня я играю в Майнкрафт 1.9.2. В общем, это, я не знаю, что это за карта, это какое-то прохождение карта. И, короче, эту карту вообще надо скачивать. И, в общем, здесь давайте я напишу. Опять же, давайте напишу здесь. Гейммод. Один, ноль. Здесь я буду играть в нуле. Давайте так оставим. Так, еда нам не нужна в этом месте. Ой-ой-ой-ой, меня стали мочить. Давайте это отсюда это делаем. Тогда уж. Так, закрываем дверь. Так, еды здесь нету, я не знаю почему, но, видимо, это как-то нужно здесь. Давайте здесь ведем поставим на ноль три раза. Чтобы работал на три раза. Так. У меня на этой карте второй уровень. В общем, на этой карте я должен сразиться на этой арене с этим игроком. То есть это не игрок, это какой-то бот. Он Стив же, но он и не Стив. То есть он в шлеме каком-то. В общем, как-то так. На мне одета, сейчас скажу, что. Так. Вот. На мне одета вот броня. Это шлем солдата, нагрудник солдата, поножи солдата и плащ солдата. Вот так вот я выгляжу в игре. Так, ну что ж. Давайте мы начнем уже. Итак. В этой миссии у меня почему-то долго очень она скачалась. Здесь сидят какие-то мужики. И, в общем, мне надо сразиться с этим, короче, парнем, которого вы только что видели. Выбираем себе меч, так как их вообще не выбрать. Вообще, можно, наверное, выбрать. Давайте берем все ножи, все мечи. Потому что любой, наверное, нам пригодится меч, как кажется. Так, давайте возьмем еще такой меч. Вот взялся. Так, дальше меч. Давайте пока оставим такие вот мечи, то есть его можно и класть и туда опять брать. Ну, в общем, это действует как-то так. Давайте я буду пользоваться именно этим мечом. Дальше давайте я самый первый щиты возьму еще. Сейчас, подождите. Вот. Щит изумрудный. Давайте алмазный щит еще возьмем. И давайте вот этот вот щит возьмем. Как-то вот так у нас получилось. Давайте мы щит уже сюда вгоним. Давайте. Ой, как это делается-то? Сейчас помню, как. Я не помню просто, как это делается. Так, ладно. Так, нет, у меня что-то не работает, ну ладно. Ну я вообще, мне видно меня то, что я щитом сейчас. Так, ладно. Берем наш меч и давайте поговорим с нашим игроком. Итак, солдат пишет: «Привет, Нубас!» Ну, ник он постоянно меняет, когда я захожу с другого ника, у меня меняется он на другого. Тут вариант ответа только один: «Привет, солдат!» «Веди меня и будь самым крутым в нашем городе!» Все, на этом диалога заканчивается. Ну что ж, давайте мы его пройдем. Я долго, конечно, тренировался. Ну, конечно, карта очень круто сделана под пирамиду. Здесь везде видны факелы. Да, конечно, это красиво очень сделано. Да, мне понравилось. Здесь, я, как я уже сказал, типа зрители сидят, да? Ну, ладно. Пусть они сидят дальше, а мы будем проходить. То есть, здесь есть тоже факелы, чтобы здесь было не темно. Больше здесь никто не сидит. А там диванчики, то есть... Туда можно зайти, давайте зайдем туда. То есть заходим вот так. Просто. И здесь можно сесть, посидеть. Давайте посмотрим, что здесь еще есть. Идем сюда. Проходим. Вот смотрите, здесь диванчики, как я уже сказал. Красивые, на них можно посидеть, если хотите. Там они по всей этой штуке сделаны.
То есть выглядит это интересно. Здесь тоже есть факелы, но они сидят, в общем, в смокингах. Как-то так. Но это красиво очень выглядит. Итак, сейчас будет бой. Потому что я не буду ждать. Давайте сразу бой, потому что здесь больше никто не сидит, кроме вот этого вот чада. Не знаю почему, но создатель так сделал. Ну что ж. Спасибо создателю. Он мой подписчик на ютубе, поэтому он сделал для меня эту миссию. Итак, давайте мы уже ударим его. И я даже не знаю, что сейчас будет. Так, бьем его. И офигеть, он меня бьет. Он нападает на меня. Давай, 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 бей его, бей. Что мне делать, что мне делать? Давайте закроемся. Нет, 22 очка. Ладно. Вот я опять вернулся в опять на место здесь. Так, как я уже сказал, здесь стоят рыцари, хотя я не знаю, где один рыцарь. Здесь стоял второй рыцарь, я не знаю, куда он сейчас. Должен сейчас стоять здесь. Ну ладно. А, не, он зашел, или это не он. В общем, он перестает нас трогать. И как-то так. Так. Вот он опять обратно возвращается, то есть я его не победил. И он возвращается опять на место. Давайте это все соберем наше. Все, что от нас осталось. Конечно, брони очень мало здесь. Хотя, видите, смотрите, зелюки. Ладно, у нас есть только шлем. А, не, поножи еще остались. Так, это что? Это не поножи, точно. Это плащ. Поножи. А где мой этот, как его? Для защиты. Он что, себе, что ли, забрал? Ну ладно, больше потому, что у меня его нету. Он и щит мой забрал зачем-то. Ну ладно. Пусть оставит себе. Мы его сейчас победим. Так, нам нужно оружие какое-то. А единственное оружие, которое здесь есть, самое такое прикольное, это автомат, который имеет там один патрон, что ли. Ладно, давайте продолжим. А, не, вот он. Ну что ж, продолжаем. Его бить. Давай, давай, давай. Тебе меня не победить. Сразу я тебя побью. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Yes! Мы его победили, ребят. Смотрите, смотрите. Смотрите, что это, что это, что это. Я его победил. Это супер. Это вообще супер, я его победил. Смотрите, вот он, вот он, вот он. Я победил его. И теперь у меня есть доступ к следующему уровню. То есть это очень суперски сделано. Так, это что? Он опять появился здесь. Но так как мы уже прошли, мы просто получаем здесь карточку потом, а вот здесь. И все. То есть мы прошли эту миссию. Мечи мы можем себе оставить, потому что они, в общем, никому не нужны. Кроме нас, я не знаю, где второй рыцарь, он куда-то убежал. Но выглядит эта карта очень круто. Ну, как-то так. А, ну что ж, давайте мы положим наши мечи на место. Хотя нет, давайте не будем. Вот так поставим как-нибудь так. Давайте здесь поставим, давайте это здесь поставим, а это здесь... Нет, давайте вот это здесь поставим, а это здесь. О, конечно, щиты и мечи очень круто сделаны, я уже сказал. Миссия, конечно, очень круто была сделана. Ну что ж, так как мы прошли, теперь можно войти в меню мода и поставить уже... мы уже получили карточку, и по этой карточке мы можем пройти на следующий раунд. То есть, не раунд, а этот, как его... уровень. А попадаете в другой уровень, он выглядит тоже круто. Играть на нем круто. Ну что ж, что я могу сказать? Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сычков. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!